Теперь новости спорта. Клуб «Амичка» плавно сходит с омской спортивной сцены. Волейболистки сезон в Суперлиге доиграли. Денег на дальнейшее существование команды нет. Зато есть внушительные долги, большая часть которых признана юридически. Судебные приставы описывают имущество команды. Пока ничего не реализуется. В случае продажи деньги в первую очередь пойдут на выплату зарплаты волейболисткам, тренерам и персоналу. Для этого все должны написать заявление на увольнение. Это означает, что бренд «Амичка» закрывается. Юридический процесс расчетов, погашения, а может и прямого банкротства, может тянуться очень долго. Появится ли в нашем регионе женская волейбольная команда с новым названием, чистыми документами, а главное, каким-то бюджетом, выяснится к концу следующего месяца. К началу июня клубы должны сделать предварительные заявки на участие в чемпионате.